В гонке помимо именитых спортсменов России и зарубежья примет участие молодежи из российских регионов Москвы, Удмуртии, Ставропольского края, Омской области. Прием заявок продлится до 23 августа. Как отмечают организаторы, идея проведения гонок на трассе Формулы-1 появилась во время зимней паралимпиады в Сочи. Именно тогда была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Протяженность трассы по сочинскому автодрому 21 километр. Максимальная скорость движения спортивных колясок около 40 км в час. Первые такие соревнования прошли на курорте в 2015 году. В них приняли участие профессиональные спортсмены из России, Испании и Германии. Победителем тогда стал испанец Бателло Хименес Рафаэль в категории Т-53-54. Это спортсмены со спинной травмой и ампутанты. Он также планирует посостязаться в турнире и в этом году, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов.